Дмитрий Шуров уже успел себя показать как самый непредсказуемый судья. Вот и место для встречи со своими подопечными он тоже выбрал, мягко скажем, необычное. Но вы подходите ближе к телевизорам, а я пойду соляру с вертолета солью. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Петь уже. Ну, давай. Всем. Удачи. Вообще первым же выступать сложно. Очень. Первые попадают под танк. Внимание, что самое большое. Все сидят и берегут хорошие оценки для тех, кто в конце. Но мы не бережем. Мы не бережем. Еще раз здрасте. Здравствуйте. Женя, привет. Привет. У него тоже классный голос. Очень классный. Что ты будешь петь? Я решил, что нужно что-то, ну, немного уйти от попсы. Хотел быть немножко другим, чтобы... Каким? Ну, чтобы показать себя с разных сторон, что я могу быть разным. Это будет Скрябин, «Люди как корабли». Супер, хорошо. Супер песня. Меня таким еще не видели судьи. Мне кажется, должно быть хорошо. Я хочу дальше. И поэтому я пока делаю все возможное, что от меня зависит, чтобы это дальше могло быть. Может быть, меня подумают, что я сумасшедший, знаешь, там слежу за прямыми эфирами, там, песни ретро, там, песни 80-х годов, песни из фильмов. Победные, у меня все, это все, у меня полный этот, как соцпакет, у меня все собраны, костюмы все отглажены, у меня все готово. Женя, давайте, вперед. Сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому є винний на нашій землі. Люди, як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода. Глибока і темна до самого дна, до самого, самого дна. Наш океан знає більше, ніж ми, всі секрети у ньому. Спасибо. Ну что, получилось? Да, больше, чем нет. Была своя эмоция. Вот, Жень, спасибо большое. Пойди погуляй там под крыльями где-то, набери сил. Мы послушаем твоих коллег. Вам сил. И твоих конкурентов. Да, начинается битва большая. Да. Спасибо. Я думал, что это будет, ну, знаешь, будет трястись кальянка, там все дела. А я вышел, но в плане, я себя чувствовал достаточно уверенно. Мне показалось, что он себя сейчас не проявил. У него раскрыться не получилось. Новое, то есть он в той же концепции, что и... Да, абсолютно. Надо посмотреть, что покажет остальное.